Авария с участием двух иномарок на улице Русской в ДТП обошлось без пострадавших. Поздно вечером водитель Toyota Camry и его супруга решили совершить вечернюю прогулку по городу. Семейство выезжало от придомовой территории жилого дома по улице Русской, 76. Водитель планировал повернуть налево и проследовать на проспект Столетия Владивостока. Полагаясь на то, что вечером в воскресенье дороги свободные, мужчина начал совершать маневр. Он миновал первую полосу, где двигавшиеся по главной дороге машины пропустили его. Но со второго ряда в этот момент выехала Toyota Corona. На улице Русской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Toyota Camry не пропустил Toyota Corona, двигавшийся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Повреждения автомобиля серьезные, но никто из водителей в ДТП не пострадал. Так как у потерпевшего полис липовый, то выплат по страховой компании не будет, и денежные вопросы они будут решать лично через суд. Удар пришелся в правый передний угол короны. У машины сразу смяло бампер и повредило оптику. Все участники аварии были пристегнуты, поэтому никто не получил травм. Пока сотрудники ГАИ оформляли аварию, на улице Русской образовался транспортный затор. ДТП мешало проезду общественного транспорта.